Первый канал Евразия продолжает дарить призы по понедельникам. В телевизионной игре «Телебум» стали известны имена победителей недели. Необходимый в доме шуруповерт, беспроводные наушники и пылесос получили участники из Алматы, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей. Как давно вы уже играете в «Телебум»? Я 7 мая. Отлично! Это ваш первый выигрыш? Да, это первый выигрыш. О, я поздравляю вас! Шанс выиграть есть у каждого. Главное смотреть эфир Первого канала Евразии. Когда вы увидите трехзначный код, сразу отправляйте его в наш телеграм-бот. Главные призы – машина и квартира в Алматы – будут разыграны на Наурыз. С рейтингом участников игры можно ознакомиться на сайте 1tv.kz.